Василисе всего 5 лет, но она уже добивается высоких результатов. Это первая большая победа малышки. Моя сестра любила танцевать, мама ее отправила, мне не понравилось. Когда я родилась, я посмотрела на Леру, захотела тоже так же танцевать, и я пошла. Акробатический рок-н-ролл – уникальный спорт. Заниматься им можно практически сразу, как только ребенок научился ходить. А верхнего предела в этом виде вообще не существует. На паркет выходят и те, кому уже давно за 60. Акробатический рок-н-ролл набирает огромную популярность у нас в стране и вообще в мире, да? Ну и надеюсь, когда-нибудь вы вспомните мои слова, когда мы будем стоять и говорить: вот, и наконец акробатический рок-н-ролл в Олимпийских играх. Спортсмены стараются не пропускать ни одних соревнований и чемпионатов. Именно поэтому рады любой возможности выйти на паркет и еще раз обкатать программу. Гости из Калужской области показали высокий уровень техники и подготовки. Вид спорта в городе Обнинске достаточно молодой. Федерация существует 6 лет, но за эти 6 лет мы достигли неплохих результатов. На данный момент у нас занимается более 120 уже детей, хотя начинали совсем с небольшого количества. Набирает популярность этот вид спорта в городе Обнинске. И хороший тренерский состав, огромная поддержка родителей. Вот так мы добиваемся таких успехов. Совсем недавно одинцовские спортсмены Лев и Ева стали призерами чемпионата России по акробатическому рок-н-роллу. Сложные трюки, техничность исполнения, грациозность – вот что отличает эту пару. Пара стала призером всероссийских соревнований в престижнейшей дисциплине А-класс микс юниора и юниорки. Это очень престижно. Это, наверное, наше самое большое, как бы, самый высокий показатель, да, за последние годы. Да. На следующие выходные, 20 числа декабря, мы поедем уже в город Орел, тоже на очередные всероссийские соревнования. Ну и надеюсь, что будем там в призах. Спортивный сезон в самом разгаре. Одинцовские танцоры в отличной форме. А значит, будут результаты и яркие победы. Мария Шматкова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцово».